люблю нашу страну, потому что я здесь родилась, здесь живут все мои друзья, все мои родные. Я люблю Беларусь за ее неповторимую живописную природу. На лоне природы Беларуси отдыхает и душа, и тело. У нас очень богатые густые леса, наполненные различными растениями и животными. У нас очень живописные озера и реки. Также у нас очень богатая культура. В белорусских танцах, музыке, в литературе есть что-то свое, присущее именно только белорусам. Также у белорусов очень богатая мифология. В белорусской мифологии встречаются такие существа, которых больше нельзя найти ни в одной мифологии мира. Например, лазник. Мне довелось побывать в различных уголках нашей родины. И, естественно, я сравнивала разные города Беларуси со своим родным городом Гомелем. Но я не могу сказать, в каком из городов мне понравилось больше, потому что в каждом из них есть какая-то своя изюминка, какой-то памятник, архитектурное строение или уголок природы, который радует глаз. А в Полоцке, например, это памятник букве «Унискладовая», в Турове это растущий земли крест. Лично для меня очень близка деревня Мохов в Лоевском районе, потому как там живет моя бабушка, там очень живописный край, также там несколько курганных комплексов. Я люблю отдыхать на природе этой деревни. И каждый человек выбирает именно тот уголок своей страны, который ему ближе к сердцу. Говоря об исторических событиях, важных для нашей страны, хотелось бы упомянуть Грюнвальдскую битву, годовщина которой отмечалась 15 июля. Это очень яркий пример того, как несколько народов объединялись ради одной цели – для защиты своих интересов, для защиты своих земель. Для борьбы с общей целью Тевтонским орденом объединились несколько народов – поляки, литвины, русские, чехи и даже татары. Вместе они смогли победить Тевтонский орден, и после этой победы Тевтонский орден потерял статус непобедимого. Это очень хорошо, что люди помнят такие события, отмечают их различными праздниками и фестивалями. Например, под селом Грюнвальд каждый год проходит фестиваль в честь этого события. А если на территории Беларуси упоминать, то это фестиваль «Наш Грюнвальд», который проходит в Минской области в комплексе «Дудутки». Каждый год, уже с 2007 года, если не ошибаюсь, реконструкторы собираются в Дудутках, причем приезжают реконструкторы не только из Беларуси, но еще и из России, Украины и Польши. Они реконструируют Грюнвальдскую битву на поле, им это очень интересно, они показывают живую историю, чтобы люди воочию увидели это, и людям, которые смотрят на это, тоже интересно. Это следует помнить, это то, чем стоит гордиться.